Привет всем! Вы на канале Санита. Меня зовут Настя Бабич. И сегодня мы снова поговорим о помощи от ООН. Вы подписывайтесь на канал, а я рассказываю. Начинаем! Я думаю, большинство из вас уже помнят, либо знают о помощи от ООН. Это та, которая платится на протяжении 3 месяцев. На первого члена семьи 700 злотых, а на последующих 4 600 злотых. То есть максимальная сумма помощи за 1 месяц 2500 злотых. Также вы, наверное, знаете, что на данный момент подать заявку на участие в программе с помощью заполнения анкеты невозможно. Но есть еще один способ. Но люди, которые еще не пользовались этой помощью и находятся в тяжелых жизненных ситуациях, многодетность, возраст, инвалидность, могут сообщить о необходимости получения этой помощи непосредственно в центр. Что же для этого нужно? Для этого нужно отправить смс на вот этот вот номер с информацией. В СМС должно быть имя, фамилия и польский номер телефона. После этого стоит подождать, пока вам перезвонит оператор. Обращаю ваше внимание, что приглашение на встречу не гарантирует получение этой помощи. На встрече вам будут задаваться вопросы для того, чтобы определить, действительно ли вы подходите под критерии этой помощи. Я оставлю в описании еще одно видео, где я рассказывала подробнее о том, какие критерии подходят и будут получать эту помощь. К сожалению, на данный момент помощь будут получать только самые нуждающиеся категории получателей. Не все, кто зарегистрировался, получат эту помощь. На эту встречу вы берете документы, которые подтверждают вашу личность. Берете все документы, которые у вас есть. Допустим, украинский паспорт, права, если есть биометрический паспорт, все, что вы можете взять. Также вы берете с собой любой документ, который может подтвердить ваше пересечение границы после 24 февраля. На эту встречу прибывают все члены вашей семьи, которые указаны в заявке. Также дополнительно вы можете принести документы, которые подтверждают ваше тяжелое финансовое положение. Все те, которые сочтете нужным. Это вся информация, которую я хотела бы поделиться на сегодня. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои лайки и комментарии. Пока!